Сегодня, в день премьеры художественно-документального фильма «Южный Урал. Следовиков», кинотеатр имени Пушкина напоминает машину времени, отправленную в путешествие по родному краю. За 30 минут гости премьерного показа преодолеют дистанцию более чем в 2 миллиона лет, побывают в самых живописных местах региона, а также познакомятся с достижениями современности на Южном Урале. «Южный Урал. Следовиков» – художественно-документальный фильм, созданный студентами и сотрудниками ЮРГУ под руководством члена-корреспондента РАН Германа Вяткина. На закрытом показе кинокартины присутствовали представители органов исполнительной власти, общественных организаций Челябинской области, деятели культуры и искусства, а также студенты вузов. Премьеру посетил и глава региона Алексей Текслер. «Фильм о нас с вами, о тех людях, которые здесь живут на Южном Урале, потому что все, что было до нас, это мы. И я очень рад, что вот такой фильм состоялся. Я думаю, этот фильм будет и в школах показан. Я думаю, что он будет показан во всех наших среднеспециальных образовательных учреждениях, естественно, в вузах. И мы будем этот фильм продвигать на различных туристических форумах». Цель фильма – создание художественного образа Южного Урала. Чтобы ее достичь, команда проекта в своей работе использовала современные режиссерские и операторские приемы эстетического воздействия на зрителя. На самом деле, вот очень сложно абстрагироваться, особенно когда ты уже там, тысячный раз смотришь фильм, постоянно смотришь, думаешь, так, а вот это можно было сделать лучше, вот это можно было подинамичнее, вот этот момент можно было акцентировать. Совершенству нет предела. Поэтому постоянно есть какие-то критические замечания к себе. Большая часть съемочной команды – студенты, сотрудники и выпускники нашего вуза. В течение 9 месяцев работы над проектом кинематографисты преодолевали творческие разногласия, приспосабливались к изменчивым обстоятельствам и совершенствовали свои профессиональные навыки. Я очень рад, что в нашем университете есть такие традиции, есть такие форматы современного обучения, когда в рамках проектной деятельности студенты увлекаются такие проекты, действительно растут профессионально, растут личностно и создают такие прекрасные произведения искусства, не побоюсь этого слова. И после просмотра фильма, конечно же, захотелось посетить эти места, которые приведены в фильме, и более детально поизучать этот труд. В основу фильма был положен монументальный труд «Восьмитомник. История Южного Урала», разработанный и выполненный ведущими учеными-историками Южноуральского государственного университета. Скажу самое главное, что существует проблема, когда, ну вот у меня лично, у моих коллег, я думаю, тоже, когда мы хотим что-то показать про наш регион, нашим коллегам в других городах, в других регионах или даже за рубежом, то показать что-то сложно, потому что, ну, можно найти ролик про промышленность, например, Челябинской области. Но вот такой целостный продукт, который ярко и достоверно рассказывает и об истории, и о культуре, и о природе, и в такой яркой форме, очень наглядной, я думаю, что это впервые такой продукт был создан, поэтому я очень счастлив, что мы стали частью этого фильма, что наш эксперимент туда тоже вошел. По словам зрителей, благодаря смешанному жанру художественно-документального кино им удалось не только пополнить свои знания об истории региона, но и насладиться многогранным художественным миром картины. Иммерсивность такая яркая, эффект присутствия полный, потому что когда я смотрела на погружающееся в горы солнце, я вспоминала вот эту тишину, замирание природы во время заката, когда молодой человек, главный герой, проводил рукой по воде и ощущала прохладу, колкость травы, ее шум. То есть это все возбуждало воспоминания мои о моем родном крае, поэтому, конечно, потрясающе. А помимо того, что ты вспоминаешь собственные ощущения, ты получаешь эту информацию, такую ценную, которую собирали ученые нашего университета, в такой лаконичной форме, с такими важными акцентами. Съемки картины проводила университетская телерадиокомпания ЮРГУ ТВ. Ее основатель и директор Сергей Гордиенко стал исполнительным продюсером проекта. Здесь люди научились таким профессиональным качествам, которые они бы никогда не смогли получить в ходе обычных простых занятий в лекционных аудиториях и даже на семинарских занятиях. Практика создания такого уровня продукта, кинопродукта, телевизионного продукта, это самый лучший учитель, который позволяет подняться вот на эту ступень профессионализма. И все сделали громадный шаг вперед, даже, может быть, несколько шагов. Фильм «Южный Урал. Следовиков» получил высокую оценку почетных гостей премьерного показа, а некоторые из них настаивают на продолжении. Конечно, я был в ожидании посмотреть этот фильм, и мне показалось, очень быстро прошел. Я спросил потом у тех, кто создавал этот фильм, сколько он был вообще по времени. Мне показалось, что он был минут 15. Говорят, полчаса, мне очень понравилось, и
очень легко смотрится и очень интересно рассказывается о нашей родине, о нашем Южном Урале. И, наверное, мне кажется, что надо снимать вторую серию. В октябре-декабре 2022 года на различных площадках города будут организованы серии бесплатных показов фильма для жителей Челябинской области.